Привет всем! Сегодня у нас уже 28 сентября. Вот такая вот выдалась, наконец, хорошая, прекрасная погода. Дожди прекратились на несколько дней. И самое время выбраться хотя бы на часик-другой в лес еще посмотреть вот такую вот природу осеннюю. И немножко хочу во время этой прогулки рассказать вам, как вообще так получилось, что мы наконец-таки завели канал на YouTube. На самом деле, идея завести канал, она зародилась-то давно, но по тем или иным причинам всегда этот момент откладывался. Но вот в один момент наконец-то решили все-таки снять первое видео. Конечно, сравнивая те видео, которые сейчас выходят на канале, и первые, это, конечно, ну, большой уже, так скажем, прогресс, потому что поначалу ты просто не понимаешь, что снимать, как выкладывать, как монтировать, как накладывать музыку. В общем, много очень таких вот моментов, достаточно сложных. Но примеры именно других каналов, они как-то заряжают какой-то уверенностью и вдохновляют вот именно. Вот один из каналов, которые как бы послужили очень таким вот хорошим примером, как снимать видео, как выкладывать, в общем, именно образцом, наверное. То есть можно что-то интересное почерпнуть, чему-то научиться. Это канал Ирины Ливанчук, я живу в деревне. Она, кстати, наша землячка, тоже живет в Новосибирской области, село Раздольное, ну, около города Новосибирска. Особенно, так скажу, наверное, самые первые видео, которые посмотрел, и они зацепили. Очень многие тоже и родственники как бы смотрят этот канал. Это видео о торговле. Ирина торгует на трассе, это очень интересно. И так как мы тоже живем в деревне, нам это все близко, потому что когда выращиваем какие-то растения, соответственно, рассаду, еще что-то, медом торгуем, то есть стараемся все то, что лишнее, так скажем, что остается, ну, лично вот этого подсобного хозяйства, это все стараешься продать. И это сейчас в сельской местности очень даже пользуется спросом, потому что не все на самом деле что-то стараются посадить или вырастить. Многие, ну, как бы им легче это тоже купить. Продавали и кабачки, и огурцы, и помидоры, и картошку, мед, пчелиные семьи, в общем, торговля прямо и даже в сельской местности просто прет просто на раз-два. Поэтому очень интересный канал у Ирины. Она интересно умеет рассказывать, что немаловажно. То есть у нее, наверное, талант такой вот оратора именно рассказывать, увлекать за собой, соответственно, привлекать внимание. И всегда интересно послушать. А главное, она еще человек с юмором. Ко всему относится с юмором. Очень интересный и замечательный канал. Кто также смотрит канал Ирины Ливанчук, они, наверное, заметили то, что у нее каждый ролик заканчивается такой фразой. Ну, немножко и мы ее как бы себе, так сказать, немножко видоизменили, конечно, не слово в слово, но похожие, так скажем, концовки у нас именно. А всем тем, кому понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, делитесь с ним видео с друзьями, заходите почаще в гости. Всем пока-пока, всего самого доброго, вот такие вот слова. Поэтому именно есть именно чему поучиться, и этот канал послужил вот таким очень хорошим примером, как можно, соответственно, заниматься именно Ютубом, выкладывать что-то. Это полезно не только как бы для себя, потому что можно в любой момент открыть какое-то видео, вспомнить что-то приятное, но в то же время, конечно же, это и полезно может быть кому-то еще. Поэтому так как-то и стараемся, занимаемся и показываем то, что мы делаем.
второй канал, который мне тоже очень нравится. И в первую очередь, наверное, качеством съемки. То есть умением очень красиво снять видео, именно скомпоновать его. Что интересно действительно смотреть. Это канал Ольги 72-го года. Мне там опять кто-нибудь сейчас напишет, что вот вы там снимаете там, что-то говорите, там, так скажем, используете что-то. Я рассказываю, как вот на духу, как вот со мной было, я так и рассказываю, я не буду врать. Но мне нравится этот канал, действительно. И у этого человека тоже много чему можно поучиться. В первую очередь, наверное, для нас, тех, кто живет в сельской местности, именно умением, так скажем, наверное, выращивать столько, действительно, сколько нужно, не чрезмерно. Мы живем в сельской местности, у нас такая привычка всего садить много, картошки, это плантация, морковки, там, лука и всего в подряд, очень много. И это очень часто лишнее. То есть умением выращивать столько, сколько надо, чтобы не перетруждаться, так скажем, и при этом за всем был хороший уход. Поэтому нужно учиться у людей, действительно, особенно пожилым людям, нашим бабушкам это вообще никак не объясните. Они по старой памяти, вот этой по закалке, по своей, они садят всего очень много. А Ольга умеет вот так вот как-то все ограниченно выращивать, и это все прекрасно смотрится, красиво, ухоженный участок, все своими руками она делает. Это очень-очень даже хорошо, приятно смотреть. Поэтому много, конечно, вот таких вот людей, которые стараются как-то что-то написать, там, сказать, кому-то что-то не нравится, ко мне тоже такие заходят. И, наверное, из-за этого Ольга отключает комментарии, хотя, честно сказать, я не буду никому указывать, но я бы на ее месте, конечно, не отключал комментарии, пускай те люди, которые пишут добрые комментарии, их гораздо больше, и они, соответственно, не знаю, мне приятно, например, было бы читать, и когда вот люди заходят, пишут комментарии, это очень приятно на самом деле. А те, кто пишут гадости, ну, раз можно, там, например, комментарий удалить, а если опять они заходят и стараются опять что-то написать такое едкое, ну, только блокировать. Потому что как-то даже были попытки вот именно что-то объяснить, сказать, но люди вообще этого не понимают, им, наверное, нравится вот так вот выражаться, так как-то стараться что-то такое сказать неприятное. Ну, наверное, им это приятно, поэтому. Вот именно Ольга 72-го года – это качество съемки, как бы организация всего на участке, какие-то интересные, так скажем, изобретения – это Ольга 72-го года. То есть у нее вот можно этому учиться. Поэтому для нас были очень полезными именно вот эти два канала. Соответственно, Ирина Ливанчук, «Я живу в деревне», и Ольга 72-го года. Поэтому у всех, конечно, свои любимые каналы, так скажем, те, которые были для них примерами, когда они создавали свой канал. И действительно это помогает. Сперва ты смотришь на кого-то, учишься, а потом уже как бы саморазвитие идет. И, соответственно, можно создавать что-то свое, придумывать, но все равно опираясь на чей-то опыт. Это очень даже хорошо и полезно. Такая сейчас природа вообще красивенная. В чем еще очень даже большая ценность Ютуба, то что здесь мы можем общаться. Заходят и дружественные каналы, то есть те люди, которые тоже ведут каналы на Ютуб. Интересно и к ним заглянуть, посмотреть их видео. Кто-то готовит очень вкусно. Можно что-то посмотреть, соответственно, и приготовить самому. Кто-то точно так же, как и мы, занимается там огородом, садом, какими-то другими занятиями. Тоже очень интересно. Есть пчеловоды, соответственно, вот на любой вкус и цвет. Кто-то занимается, например, выкладывает какие-то прогулки очень интересные. Кто-то снимает достопримечательности своего города, где живет, в общем. Кто-то снимает какие-то вот такие интересные влоги, то есть вот очень-очень много различных каналов. Всем вам огромный-огромный привет. Очень приятно, когда вы заходите, как рыбка скачет. Приятно, когда вы заходите и оставляете свои комментарии. И также, конечно, для нас
очень-очень ценно, когда заходят те люди, которые не ведут никакой канал, соответственно, и им действительно они там, например, искали конкретно вот информацию, которая содержится в видео, и чем-то мы им, может быть, подсказали, что-то помогли. Это тоже очень даже ценно. То есть, когда то, что вы снимаете, оно кому-то вдруг пригодилось. Это тоже очень приятно. Поэтому вам тоже огромное-огромное спасибо, что вы заходите и оставляете комментарии. Всегда нужно оставлять комментарии. Это и как бы и нам польза, и вам. То, что вы что-то приятное сказали, и мы вам что-то приятное ответили. Поэтому не проходите мимо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И тоже делитесь своим опытом за общение, в общем. Всегда приятно и интересно с кем-то пообщаться, что-то, может быть, рассказать, что-то пояснить. И наоборот, чтобы кто-то, наоборот, может, что-то подсказал. Потому что, например, вот в этом году у нас клубнику всю... Ну, урожай, в общем, поначалу был хороший, но потом поразил ее не паутинный, а земляничный клещ. И нам вот одна подписчица, или просто она зашла, посмотрела какое-то видео, она подсказала, что это именно земляничный клещ, и что нужно заниматься именно обработкой весенней сразу после, соответственно, как установилась более-менее нормальная температура, если это биологические препараты, вы ими будете обрабатывать, или же химически они работают и, например, при пониженных температурах. То есть человек просто подсказал. И это очень ценно. Поэтому вам огромное-огромное спасибо всем. Ну вот уже совсем так вот стало темнять. Поэтому, может быть, кому-то будет полезным вот такой вот наш именно опыт. Вдруг кто-то тоже захочет завести канал и какие-то выкладывать видео. По первости, конечно, еще подскажу, что нужно, так скажем, ходить в гости. Это обязательно. Наверное. Ну, по крайней мере, в нашем случае это было так. Раньше как-то было проще, наверное, завести канал, и как бы он бы, ну, даже неплохо развивался сразу, наверное, с самого начала, потому что каналов было не так много, а сейчас каналов очень много, и YouTube, он, ну, не так как-то старается предлагать ваши видео к просмотру. То есть, по первости, надо ходить в гости, это обязательно. А потом уже, когда... К вам, соответственно, заходит дружественный канал, а вы, соответственно, заходите к ним. Вот так вот идет и развитие. То есть, а YouTube потом уже старается тоже, так как вам кто-то заходит, смотрит, он старается все больше и больше предлагать ваши видео. И вот так как-то, ни шатка, ни валка, ну, постепенно вот так идет развитие канала. Как бы в нашем случае это было вот именно так. Кто-то заходил, конечно, добрые люди всегда есть, они умеют так подбодрить. Говорили, вот у вас там просмотров совсем нету, как вы на одном месте стояли, так и стоите. Кстати, это тоже с Новосибирской области такие добрейшие люди. Есть такие вот даже были комментарии. Ну, это их мнение, наше мнение, это наше мнение. Как бы больше даже не за просмотрами гоняешься, а просто вот чтобы... что-то снять интересное и это выложить. И кто-то, соответственно, это посмотрит и кому-то доставит какое-то приятное какое-то удовольствие, приятные моменты в жизни. Не знаю, как-то вот так вот. Не ради денег, на самом деле. Здесь огромных денег, особенно маленький канал, он никогда не заработает. Это прям надо быть очень большим каналом с 100-150 тысяч просмотров в день. Вот тогда вы будете зарабатывать действительно. А так это... какие-то вот такие мелочи, так скажем, копейки. Поэтому не за заработками гоняемся. У нас есть работа постоянная, поэтому и доход есть, поэтому как-то так вот. Живем, выкладываем. Кто-то смотрит, и на этом спасибо. Надеюсь, что кому-то были и есть, и будем полезными. Ну, а всем тем, я опять закончу своим вот этим вот, так скажем, завершением видео. Всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал.
делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго. До новых встреч. Вот так вот уже стемнело. Еще только 15 минут 9. Быстро вообще темнеет. Осень уже. Птицы какие-то по кустам все скачут. Кричат, я не знаю, что это за птица. Так вот, такая прогулка. Раньше в это время было светло, а вот прям сейчас, конечно, это вообще темнеет, уже страшновато все-таки ходить. Особенно, когда вот так вот по кустам кто-то скачет.